Мы находимся с вами на полигоне Бурдуны, где проводится второй этап конкурса «Танковый биатлон», где два соединения соперничают между собой. В данное время проводится первый этап конкурса – это выполнение танковыми взводами огневых задач, где экипажам предстоит поразить цели танка «Мишень номер 12» на дальностях 1900, 1700 и 1600 метров. Второй огневой рубеж – это выполнение экипажами стрельбы из зенитного пулемета, из спаренного пулемета по мишеням 25, 11 и 9 РПГ. Далее идет третий этап стрельбы – стрельба с закрытой огневой позиции, где командир взвода проводит расчет и дает команду экипажам для стрельбы с закрытой огневой позиции. Экипаж нашего соединения подготовлен на высоком уровне. Мы рассчитываем на победу на окружном этапе и в дальнейшем. Надеемся, что будет представлять наше соединение на армейских международных играх. Принимая участие в танковом биатлоне, для меня это принять участие в первый раз. Мы сейчас выполняли упражнения стрельб, отрабатывали различные нормативы. Я считаю, что мой взвод, экипаж с задачей справился хорошо. Будем стремиться усовершенствовать свои навыки при действиях вооружения и выполнении нормативов.